достигая Израиль и весь мир. Сегодня мы с вами перенесемся в город Киев, Украина. Это очень важное место для евреев, потому что из Украины пришло развитие хасидского иудаизма. Обычных евреев учили тому, что несмотря на то, что они могут быть необразованными, они все равно могут знать Бога. Если у них будет благодарное сердце, и они будут обращаться к Нему от всего сердца. Когда мы отправляемся в другую страну, у нас всегда есть две цели — послужить массам, провести для них евангелизационное собрание, а также послужить лидерам. И в этой программе вы увидите, как я служил лидером мессианских общин. Я напомнил им, с чего все началось. Попытался вернуть их к их первой любви. Надеюсь, вы тоже будете благословлены этим посланием из этой страны. Приятного просмотра! Поэтому этим вечером to one of my favorite books in the Word of God. Давайте, пожалуйста, откроем мою самую любимую книгу Писание. I want to bring you tonight to the Song of Songs. Давайте откроем Библию на книге Песнь Песней. It's oftentimes referred to as the Song of Solomon. Очень часто мы слышим, как ее называют также Песнь Соломона. Now let me ask you a question. И позвольте мне задать вам вопрос. I want you to be real honest tonight. Я хочу, чтобы вы очень честно мне ответили. How many of you как многие из вас have never seriously studied the Song of Songs? Ни разу по-настоящему не вникли и не изучили книгу Песни Песней. Raise your hand. Поднимите, пожалуйста, свою руку. You see, most of God's people, понимаете, большинство народа Божьего have not yet entered into the divine revelation in the Song of Songs. Еще не вошли в это божественное откровение, которое содержится в Песне Песней. Listen to how it begins in the first verse. Ну послушайте, как она начинается с первого стиха. Look in verse 1 how it begins. И смотрим на первый стих, как начинается эта книга. The Song of Songs. Песни Песней. It doesn't say the Song of Solomon. И написано, что песни Соломона. It says the Song of Songs. Написано песни песней. Because this is the greatest love song that's ever been written. Потому что это величайшая песня о любви, которая когда-либо была написана. You see, the rabbis have taught. Понимаете, раввины учили. From ancient times. От древних времен. That the Song of Songs is about God's love for His people. Что книга «Песни песней» она о Божьей любви к Его народу. In fact, some of the leading rabbis, на самом деле, что ведущие раввины, when the Jewish people were putting together what is called the canon, когда еврейский народ он собирал вместе то, что мы называем канон, when Israel sages, когда мудрецы израильские decided what book should be contained in the Tanakh, принимали решение о том, какие книги должны войти в Танах, some question whether the Song of Songs should be in the Bible. Некоторые они ставили под сомнение, нужно ли включить песни песней в Танах. But the leading rabbis of the day, но лидеры, раввины, лидеры того времени, said not only should it be in the Tanakh, сказали, что эта книга должна не только должна быть в Танахе. But they said it's the holiest book in the entire Tanakh. Они также сказали, что это самая священная книга во всем Танахе. Because the Song of Songs, потому что песни песней, reveals to us like no other book in Scripture, как никакая другая книга в Писании, how beautiful God is, открывает нам как прекрасен Господь. How beautiful His people are to Him. Как прекрасен Его народ для Него. And the Song of Songs и песни песней reveals to us открывают нам the emotional nature of our God, эмоциональную природу нашего Господа. Like no other book in the entire Bible.
И ни одна другая книга в Библии этого не делает. Either the Tanakh or the Brit Chadasha. Неважно, если это книга в Танахе или в Брит Хадаша. You see, different books in the Bible carry different types of anointings. Разные книги в Библии, они обладают разным уровнем помазания. For example, the book of Proverbs is predominantly about wisdom. We all know that. Разным видом помазания. Например, книга притчи, мы все знаем, что она о мудрости. The book of Romans is a logical doctrinal book. И книга послания к римлянам — это логическая, доктринальная книга. The book of Leviticus teaches us about God's morality through his laws. И книга Левит учит нас о моральности через закон Божий. But the Song of Songs... Но песни песней... reveals God's emotional nature for his people. Открывает людям эмоциональную природу Бога. The Song of Songs speaks to us of the beauty of God. Песни песней говорит нам о красоте Бога. And how beautiful his people are to him. И о том, как прекрасен народ Божий для него. Like no other book in the Bible. И никакая другая книга этого не делает. I want you to hear me. Я хочу, чтобы вы меня услышали. You and I, мы с вами, are beautiful to God. Прекрасны в глазах Божьих. Now, when we think of the Lord, когда мы думаем о Боге, when we think of Father, когда мы думаем об Отце, or when we think of Yeshua, или когда мы думаем о Иешуа, we think that God, when we try to comprehend what he's like, мы пытаемся постичь, каков Бог. We think of his power. Мы думаем о его могуществе. We think, God, he's all powerful. Мы думаем, Бог, но он всемогущий. Or we think of his morality. Или мы думаем о его нравственности. We think of God as standing for truth and righteousness. Мы видим Бога, который стоит за праведность. Or we think of God as being all-knowing. Или мы думаем о Боге как о всезнающем. We think of God as being a being of love. Мы думаем о Боге, сущность которого любовь. And all that is true. И все эти описания Божьи это истина, так и есть. But in the book of Romans, но в книге Римлян Paul tells us this. Павел говорит нам следующее. We can know who God is. Мы можем знать, кто есть Господь. By looking at what he has made. Если будем взирать на его творение. Paul said this. Павел говорит следующее. God's invisible attributes. Невидимые качества Божьи. And his eternal nature, его извечная природа, are clearly seen, очень ясно видны, through what he has made, через то, что он сотворил. So in other words, Paul is saying, другими словами, Павел говорит, that when you and I look at creation, что когда мы с вами смотрим на сотворенный мир, when we look at the world, когда мы смотрим на мир, that can help us to see who God is. Это помогает нам увидеть, кто Господь. And when we look at the world, и когда мы смотрим на этот мир, when we look at creation, когда мы смотрим на то, что было сотворено, what strikes us more than anything, то, что поражает нас больше всего, is God's beauty. Это Божья красота. When I woke up this morning, когда я проснулся сегодняшним утром, and I looked at the sky, я взглянул на небо, I see a beautiful blue sky. Я видел это прекрасное синее небо. Deep blue beauty. Такого глубокого синего цвета. And then when I walked out of the hotel, когда я вышел из гостиницы, I saw beautiful trees. Я увидел эти красивые прекрасные деревья. Still some flowers. Еще и цветут какие-то цветы. And I could look at the birds. Я видел птиц. And if I keep studying long enough, если я достаточно долго буду смотреть, I'll see rainbows. Я буду видеть радугу. And butterflies. И бабочек. And plants. И различного вида растения. And I'll see beauty everywhere. И я увижу красоту повсюду. Because God is beautiful. Потому что Бог
прекрасен. And you and I have been made in His likeness. И мы с вами сотворены по Его образу. Which must mean. И это по-любому должно означать. That we too are beautiful. Что мы также прекрасны. Now because of the Antichrist spirit that exists on earth. Но из-за того, что дух антихриста он есть в этом мире. Because of the power of darkness. Из-за того, что существуют силы тьмы. And because Satan is the accuser of God's people. Из-за того, что сатана, он обвинитель Божьего народа. We oftentimes have a hard time seeing ourselves as beautiful. Нам часто непросто увидеть себя прекрасными. Because the enemy tells us all types of lies about ourselves. Потому что враг нашептывает нам разного рода ложь о нас же самих. He tells us we're not smart enough. Он говорит нам, что мы недостаточно умны. He puts guilt and shame and condemnation on us. Он дает нам это обвинение. He makes us вину, стыд. Incapable of receiving the fullness of God's love. Он делает нас неспособными принять полноту Божьей любви. But tonight, но сегодня, God is opening our hearts. Бог открывает наши сердца. To understand, чтобы мы поняли, that we're beautiful to Him. Что для Него мы прекрасны. And we stand before Him. И мы стоим перед Ним. Holy and blameless in love. Святый и беспорочный в любви. So, Father, in Yeshua's name. Поэтому, Отец, во имя Иешуа. I ask you to open our hearts tonight. Я прошу, чтобы ты открыл наши сердца сегодня. To understand how beautiful you are. Чтобы мы поняли, насколько ты прекрасен. And to be able to receive the truth. И чтобы у нас получилось принять истину. Of how very beautiful we are to you. О том, насколько прекрасен. Равин Шнайдер имеет евангельское помазание. Наши с ним желания совпали. Вместе с нашей командой он провел два еврейских евангелизационных собрания. Эти собрания посетили сотни и сотни евреев со всей страны. Очень важно, что Равин Шнайдер принес именно это послание, потому что им важно было услышать это от еврея. Я наполовину еврей. Равин Шнайдер зацепил меня своими словами. Они вошли в мой разум и в мою душу. И да, я принял Иешуа. Я чувствую его внутри. Глубоко внутри я понимаю, что это все по-настоящему. Когда еврей принимает решение следовать за Иешуа, зачастую для него это означает оставить все близкое и знакомое. Это как Авраам, которому нужно было оставить идолов, оставить свою землю и пойти в незнакомое место, не зная, как и что там будет. Так что это очень и очень серьезный шаг. Спасибо, что вы позволили мне служить вам сегодня. I've did the same thing that you're doing today. И я однажды выходил так же, как и вы однажды. Пусть Бог благословит вас. Пусть Бог благословит вас и шалом. I'm going to walk you through some of the key verses in the Song of Songs tonight. Сейчас я проведу вас по ключевым отрывкам в книге Песни Песней. I like to call the Song of Songs. Мне нравится называть эту книгу. A journey into divine love. Путешествие в божественную любовь. So let's begin in verse number one. Поэтому давайте начнем читать с первого стиха. The Song of Songs, which is Solomon's. Песни песней Соломона. It begins with the Shulamite bride, начинается со слов невесты Суламиты, who's a shadow of you and I, которая символ вас нами, calling out to the king. И она взывает к царю. The king, once again, in the natural was Solomon.
И царь, снова-таки повторюсь, в естественном мире он был Соломоном. But prophetically, King Solomon is just a shadow of King Jesus. Но пророчески царь Соломон — это тень царя Иешуа. And so she begins by saying, "May he kiss me with the kisses of his mouth." И книга начинается такими словами. Да лобзает он меня лобзанием уст своих. She's calling out for intimacy with the king. Она взывает о близости с царем. True intimacy with God. Истинная близость с Господом. Can only come. Может прийти только. Where there is a deep passion and a deep intimacy for it. Только тогда, когда у нас есть огромная страсть иметь эту близость. She knew that when she was kissed by the king, Суламита знала, что когда ее целует царь, it would satisfy every longing in her heart. Этот поцелуй удовлетворит любую жажду ее сердца. Listen again. Послушайте снова. May he kiss me with the kisses of his mouth. Да целует он меня поцелуями уст своих. For your love is better than wine. Ибо твоя любовь лучше вина. Wine symbolizes the best things that this earth has to offer us. Вино символизирует самое лучшее, что этот мир может нам предложить. But she said, но она говорит, kiss me with the kisses of your mouth, for your love is better than wine. Поцелуй меня поцелуями твоих уст, потому что твоя любовь лучше, нежели вино. She had come into the reality where she realized that to experience God's presence is more satisfying than anything that this world has to offer. What about you? What are you looking for to satisfy you? Где вы ищете этот источник удовлетворения? Some are thinking, if I had more money, I'd be satisfied. Другие думают, вот если бы у меня было больше денег, я точно бы был бы удовлетворен. Unfortunately, some may be thinking, к сожалению, есть люди, которые также думают, if I had another husband or wife, I'd be satisfied. Вот если бы у меня был другой муж или другая жена, вот тогда бы. But she said, но она сказала, your love, she said to Father, твоя любовь, она сказала отцу, it's better than anything this world could give me. Она лучше, чем все, что мне может предложить этот мир. She was fascinated by the beauty of Yeshua. Она была захвачена красотой Иешуа. She was enamored with his glory. Она была просто безмолвно пред его красотой, пред его славой. Oh, she wanted to experience the presence of God more than anything else in the world. Как же она хотела пережить Божье присутствие больше всего на этой земле. And so in verse number 4, и в четвертом стихе, because she had been so fascinated with Yeshua, потому что она была настолько захвачена Иешуа, she declares her life's purpose. Она провозглашает цель своей жизни. Look at verse 4 with me. Давайте вместе взглянем на четвертый стих. She says, "Draw me after you." На третий стих в русской Библии, "Влеки меня." And let us run together. Мы побежим за тобой. I declare breakthrough over your life tonight. Я провозглашаю прорыв над вашей жизнью. That whatever has restricted you, whatever has been in the way, неважно, что вас сдерживало или ограничивало, или что было на вашем пути, whatever darkness has kept you, неважно, какая тьма, whatever spiritual block there's been, неважно, какой духовный блок, that has prevented you from seeing that the presence of God through Yeshua is really your answer, что присутствие Божье через Иешуа на самом деле ответ для вас. And that he wants to partner with you in your life through every detail. И что он хочет быть в партнерстве с вами в
по поводу любой мелкой детали на протяжении всей вашей жизни. I break off that blockage tonight. И я просто разрушаю этот блок, это препятствие. And declare that you're going to leave here tonight. И я провозглашаю, что сегодня вы уйдете. Walking arm in arm with the Lord as your partner for the rest of your days. Идя рука в руку с вашим Господом. You're not just going to worship Him as a God that's up there. Вы перестанете ему поклоняться как Богу, который где-то там. You're going to walk with Him in unity down here. Вы будете идти с ним в единстве здесь, на земле. She said, "Draw me after you and let us run together. The King has brought me into His chamber." She had an encounter. Она пережила встречу. Yeshua said in John chapter 14. Yeshua сказал в Евангелии от Иоанна. If you love me, he said, and you obey me, he said, I'm going to come to you and disclose myself to you. I'm going to manifest myself to you. You're not just going to read about me. He said, I'm going to come to you personally and make myself known to you. И вы узнаете меня. You're going to know that I've encountered you. Вы узнаете, что вы пережили встречу со мной. I'm going to bring you into my chamber. Я веду вас в свои чертоги. You're going to have a glory encounter. У вас будет славная встреча со мной. And my Father and I will make our home with you. И мы обитель сотворим, я и мой отец. Listen very carefully. Очень внимательно слушайте. Listen very carefully. Иешуа ищет тех, кто ответит на его любовь взаимностью. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословением. Бог сказал, чтобы мы благословляли им его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом Его, и тогда Он запечатлеет Свое имя на них и благословит их. V'chunecha Yisa Yahweh p'navelecha Ve'asem lecha Shalom. Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиля, благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом Своим на вас и будет милостив к вам. Да обратит Господь лицо Свое на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога, или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. Вы когда-нибудь чувствовали себя далекими в отношениях с Богом? Присоединяйтесь к нам в следующий раз, и вы узнаете, как Бог использует эти времена, чтобы приблизить нас к Себе.
«Возлюбленная, Бог дал мне дар прорыва, но для создания возможности прорыва нужны деньги. Вот почему я хочу предложить вам стать ежемесячным партнером передачи «Узнавая еврейского Иисуса». Есть множество людей, которые еще не знают о Господе, и мы не сможем достичь их без вашей помощи. Если Господь благословляет вас через это служение, если вы верите в то, что мир должен услышать те слова, которые я говорю, и что они могут помочь людям, то я хочу попросить вас стать партнером Господа через нашу передачу. Я уверен, что за все, что мы делаем для Царя Иисуса, нас ждет награда. У меня к вам вопрос. Вы когда-нибудь задумывались над тем, что Иешуа умер не только для того, чтобы простить нам наши грехи, но чтобы в конце концов жениться на нас? Ему нужен партнер в любви. Это откровение сильно изменило мои отношения с Богом. Когда я только принял спасение в 78 году, я знал, что Бог суверенный, что Он Творец, и Бог вложил в мое сердце любовь к Нему, но я не понимал, что Господь ждет, чтобы я отвечал взаимностью на Его любовь. Я обращался к Нему как к Богу Всемогущему, но я не понимал того, что Бога трогает, когда я по собственной воле принимаю решение любить Его. Он ищет партнеров по браку. Он создал нас по своему образу, но настоящая любовь может быть лишь в том случае, если обе стороны любят. Все мы знаем это. Я понял, что Бог не только всемогущий, но еще и самый смиренный во Вселенной. Его глаза осматривают всю землю в поисках тех, кто ответит Ему взаимностью. Это откровение изменило меня. Я верю, что оно прямо сейчас меняет многих из вас, пока я говорю все это. Но как же мы отвечаем Богу взаимностью? Мы каждый день ставим Его на первое место в своей жизни. Мы следим за своими мыслями, осознанно фокусируемся на правильных вещах, следим за своими словами и за тем, что мы смотрим по телевизору. Все это важно для Бога, включая также и наши финансы. Вот почему на протяжении всей Библии мы видим, как люди, любящие Бога, почитали Его своими финансами, начиная с Авраама. Если наше служение благословляет вас, если вы верите, что в этом есть Бог, если вы чувствуете, что Дух Божий побуждает вас проявить свою любовь к Богу через пожертвование, то будьте послушны Ему, и вы не пожалеете об этом. Шалом вам! Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасение в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 4537. На земле многие из нас верны Господу в финансах. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин – еврейский верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.